Трамп не исключает введение войск в Венесуэлу. Трамп сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил его о встрече несколько месяцев назад, но Трамп отказался от переговоров. Президент США Дональд Трамп в программе Face the Nation на телеканале CBS в воскресенье, 3 февраля, заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу. «Ну, я бы не хотел этого говорить», — сказал он в ответ на вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле, добавив, что такой вариант является возможным. Трамп также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил его о встрече несколько месяцев назад, и Трамп отклонил ее. «Я решил, нет, потому что в Венесуэле происходит очень много ужасных вещей, когда вы смотрите на эту страну», — сказал он. Напомним, несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы. В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США. Позже Министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США. Пенс. Пора положить конец диктатуре Мадуро. По материалам сайта newsgra.com.